Снова смотрите «Не женский спорт». Как вы помните, первый выпуск был посвящен единоборствам. А если вы не посмотрели, быстрее переходите и смотрите. Ну а сегодня уже второй выпуск, который будет посвящен хоккею. Приятного просмотра! Родители мне в детстве вообще предоставили возможность выбора, потому что я занималась русскими народными танцами, английский, хоккей. И потом уже перед школой меня спросили, что мне нравится. Я сказала, конечно, хоккей, потому что народные танцы — это очень было скучно и мне не нравилось от слова совсем. А в хоккее было весело. Кажется, у нас в городе это было просто нереально не пройти в хоккей, особенно гиперактивному ребенку, как я. Родители, ну точнее, Дед Мороз на Новый год мне подарил коньки, и меня родители решили в 7 лет поставить на коньки. Папа пытался, но учитывая, что папа на хоккейных, а я на фигурных, это не очень-то получалось. И родители решили отвезти меня в секцию фигурного катания. У нас один ледовый дворец, и придя на тренировку записываться, я увидела, как катаются хоккеисты, мне очень понравилось, и я сказала: «Пап, я не пойду в какое-то фигурное катание, неизвестное мне до этого момента, я хочу в хоккей». Я сходила на хоккейные матчи с папой, так что я уже знала, что это такое, и папа ходил на каток. Так что я была готова полностью. Папа был, конечно, в шоке, шокирован вообще, что девочка, дочка, единственная, тем более я в семье, решила, что все-таки хоккей, а не фигурное катание. И буквально через неделю родители купили мне форму, и я уже занималась хоккеем. А мама как отнеслась к твоему выбору? Мама до сих пор думает, что это на время, что это ненадолго. Хотя, ну, 7 лет, а мне сейчас 20, можно представить, сколько я уже в хоккее. Ну, родители вообще не думали, что это выльется во что-то прям вот серьезное настолько. То есть это было больше для здоровья, для развития, потому что с нами тренеры занимаются, мы же играем в разные виды спорта, там футбол, баскетбол, волейбол. То есть развивается все, помимо льда мы еще чем-то заняты все время. Все начало получаться, я прогрессировала, потому что еще с мальчиками тем более занималась. И если раньше надо мной там посмеивались, еще что-то, то сейчас уже такого нет, потому что это не хобби, а уже моя работа. На данный момент ты, получается, за сборную играешь и в «Торнадо». Расскажи, да, пожалуйста, какой твой путь проделался? Я так понимаю, начинала ты в «Ступино»? Начала играть в «Ступино», когда меня поставили на коньки, у нас еще не было ледового, то есть мы занимались на коробке, потом уже построили ледовый дворец, мы переехали туда. А занималась я с ребятами, потом позже уже откроют еще женскую команду, буду еще за девочек играть. Еще я играла в «Подольске» тоже за ребят. И потом в 13 лет меня вызвали на сбор в молодежную сборную России. И там уже меня заметили тренеры Дмитровского «Торнадо» и пригласили на просмотр, и потом взяли в команду. Вот в 14 лет я уехала от родителей и вот живу как бы в Дмитрове. Во-первых, я вообще не знала, не думала, что будет профессиональный спорт, что это вообще куда-то можно дальше попасть, кроме просто моего любимого катка в городе. Получилось так, что к возрасту 15 лет приезжали уже тренера из профессиональных клубов и просматривали нас.
и меня пригласили в Торнадо. Ну, в общем-то, как бы выбрали, и я, учитывая, что я воспитанница Московской области, ну, хоккейной школы, у меня как бы путь был предначертан. На какой позиции ты играешь сейчас? Не пробовали ты какие-то другие? Да, я и защитник, и нападающий, и все вместе. Первые свои 3 сезона в профессиональном хоккее играла в защите. Сейчас же переведена на позицию нападающего. А вратарем? Не пробовала? Нет, это просто памятник поставить людям, кто встает в ворота. Это очень тяжело. В детстве я была немножко не то что ленивым ребенком, но вот я хотела в ворота встать. Но хорошо, что у меня не получилось и не было такого шанса, потому что там пацаны, прям бой был за эти ворота. Ну и как-то у меня закрепилась за мной позиция защитника, и вот по сей день играю в обороне. Скажи про свою какую-нибудь самую запоминающуюся игру, самую важную, или, может, самую первую игру, которая тебе больше всего запомнилась. Какие чувства у тебя были, эмоции при этом? Ой, наверное, это чемпионат мира в 2016 году, когда я первый раз поехала с национальной сборной, и мы выиграли бронзу. Мы тогда сыграли в основное время в ничью, потом овертайм, и уже были буллиты. У нас девочки, которые бьют, мы уже знали, кто будет бить. И я уже сидела расслабленная в плане, что все, я сделала все, что могла. Я могу спокойно смотреть своим партнерам, тренерам, болельщикам в глаза, и мне будет не стыдно, даже если мы проиграем. И вот мы выиграли, и прямо ощущение было... Я себе по-другому немножко представляла, то, что это будет эйфория, радость, а была такая усталость, опустошенность, но все равно прям было приятно, и я это запомнила на всю жизнь. Надеюсь, еще будут такие победы крупные. В детстве просто нас тренер пришел мальчиков и сказал там, девчонки, кто хочет, давайте попробуем, посмотрим. Я помню, такая была первая игра. И я максимально пыталась просто показать, что я не хуже, чем мальчики, что тренер, посмотри, я тоже могу. И папа, я помню, папа очень... У меня папа мой личный, как это сказать, судья. И он мне сказал, что ты как-то слишком очень хотела показать, что ты все можешь, и делала иногда лишнее. А в профессиональном я, конечно, во-первых, я приехала, девчонки взрослые, мне 15 лет, я вообще еще только от мамки оторвана. Вот. И все девчонки как-то меня так восприняли хорошо. И первая игра у нас была с командой из Питера. Я помню, что меня так мандражило. Прям у меня и какой-то и восторг, и в то же время страх. И как бы не хотелось девчонок подводить, потому что один из самых титулованных клубов в стране. Вот. И когда тренер доверил мне... как бы этот матч, я понимала, что как бы ответственность, то, что я такая молодая, и меня уже поставили взрослым девчонкам. И я прям, я помню, мандражировала сильно. Но ничего, все хорошо. И тренер меня поддержал, и девчонки, так что все было хорошо. Хотя ходили слухи разные, что тут и дедовщина, и что ты вот куда ты молодая пойдешь. Ну нет, нормальные девчонки, хорошие. У нас есть... игрок, которому уже на данный момент 36 лет. И я помню, что я первый сезон, она меня постоянно спрашивала, ты там что-нибудь кушаешь дома? Да давай я тебе там что-нибудь приготовлю. Ну, то есть как мамочка отдыхала, и как бы было легко с девчонкой. Как ты вообще относишься к тому, что женский хоккей у нас намного менее развит, чем мужской? Ну, до мужского вообще очень далеко. Не только в России, но и в северных странах, хотя они уже вышли на определенный уровень. И нам нужно время, просто вот банально время, потому что у нас немножко по-другому относятся к женскому хоккею. Немножко еще, да даже немножко есть стереотипы какие-то. И это не только про хоккей, это вообще про спорт какой-то тяжелый, там, тот же футбол, я не знаю, регби, то есть
как-то у нас есть, что вот это вот мужское, а вы, девочки, туда не лезьте. Это не женское дело. То есть вот так вот они все делят пока что. Во-первых, медиапространство должно быть более лояльно к нам. То есть они все-таки должны больше уделять времени тому, чтобы показывать, рассказывать. Просто приучать людей к тому, что это нормально. Ну, то есть это тот же хоккей, да, играют девушки, да, там не такие скорости и так далее, но это нормально, и можно приводить детей в женский хоккей, ничего в этом такого нету. И просто медиа должна как-то популяризировать это. В то же время, если у мужских профессиональных команд есть огромные спонсоры, которые спонсируют команды, вкладываются в развитие, у нас же такого нет. То есть те же самые спонсоры, ну, как по мне, должны тоже быть заинтересованы в этом. Ну и плюс ко всему, что я думаю, чтобы побыстрее все-таки пошла реализация этого процесса, нужно просто обязать мужские команды иметь по одной женской. То есть взять под свое крыло женскую команду, и лига будет развиваться. То есть, как у мужских команд есть ВХЛ-клубы, МХЛ-клубы, также и пусть будет ЖХЛ. То есть развитие пойдет. Много в стране девчонок, которые хотят играть в хоккей, и сейчас новое поколение растет уже намного больше девчонок, чем когда я начинала. То есть я девчонкам просто некуда идти, у нас 8 клубов, и как бы нужно, чтобы было куда расти. Если в плане зрелищности это скорее нет, чем да, потому что все-таки это физиология. Мы, я не знаю, даже если мы будем есть там какие-то стероиды, анаболики, мы все равно не сможем влиться в этот ритм, думать так же быстро, просто потому что надо понять, что женский хоккей и мужской хоккей — это два разных вида спорта, просто с похожими правилами. Но я могу сказать, что у нас тоже красивый хоккей из-за того, что мы как раз слабее физически, у нас больше времени на какие-то комбинации, то есть у нас может быть более хоккей. То есть в этом плане мы выигрываем. А чтобы выйти на уровень с мужским хоккеем, ну, наверное, это банально, это телевизор, интернет, какая-то массовая вовлеченность должна быть. Сейчас, конечно, все развивается, потому что хотя бы уже, когда я говорю, что играю в хоккей, там мне говорят, что есть такой вид спорта для женщин? То есть, ну, бывает, удивляются, но уже не так, как раньше. Вот родятся у тебя дети, отдашь их в хоккей? Если девочка родится, отдашь? Ой, если вот когда родится, тогда узнаю. Были какие-то трудности или проблемы, которые тебе пришлось преодолеть за время занятий хоккеем? В 2014 году я сломала руку, и у меня был перелом двух костей в двух местах с двумя совмещениями, еще и открытый. В общем, там просто не рука, а месиво, в общем, да. И мне поставили спицы, я полгода с ними ходила, и когда пришло время снимать их, папа сказал, все, вот я сейчас тебя отвожу, мы их снимаем, и со спортом нам придется с тобой завязывать. Потому что такие травмы, и как бы я изначально к этому был не готов. Вот, но все. До первой травмы был такой уговор изначально. Я сказала, нет, пап, как так? Я хочу играть дальше. Нет. Вот, и в итоге я первый месяц после операции, когда уже сняли спицы, я ходила на тренировки, чтобы папа не знал. Я говорила, что я ухожу гулять, я сама ходила на тренировки. Но папа, конечно же, один раз просто за мной прошелся и дошел до ледового. Вот, и сказал, ну хорошо, раз так, то давай. А было вообще какое-то негативное отношение со стороны окружающих? Вот ты занимаешься хоккеем, зачем? Это не женское. Да, это моя бабушка. Это просто... Бабуля мне всегда, Ира, да когда же это все? Нет, бабушка очень такая, что это вообще-то нет, это нам не нужно. Она меня очень долго отговаривала,
но не получилось у нее. Также в школе, то есть там, ну, как бы осуждение было, но все понимали, что мы даже приходим на ту же физкультуру, а я там быстрее всех бегаю, дальше всех прыгаю, и все понимали, что как бы это все благодаря спорту. Многие, на самом деле, мои одноклассники после как бы моего примера пошли в спорт. Не в хоккей, ну, определенно, а вот именно в спорт. Никто из мальчиков просто не хотел в классе проигрывать, наверное. Ну, конечно, это травмоопасный вид спорта, но не менее, кстати, травмоопасный, чем художественная гимнастика или фигурное катание, которые прям только для девочек. То есть... В любом виде спорта, тем более, если это спорт высших достижений, ты должен быть готов, что если ты профессионально занимаешься, это будут на твоем пути травмы. Другой вопрос, будешь ли ты к ним... Ну, я не знаю, как это сказать. Короче, никто не застрахован от этого. Конечно, да, и переломы всякие, ушибы. Это нормально, это часть работы. А помимо травм, какие-то были трудности? Ну, в детском возрасте там банально просто было сложно переодеться, потому что мальчишки маленькие, все время мешали. Поэтому я закрывалась в туалете, переодевалась там. Вот. Наверное, то, что общество тоже не принимало, потому что, я говорю, ну, было много насмешек, даже учителя говорили, вот, ты поиграешь в свой хоккей, зачем тебе это, у тебя хорошая успеваемость, давай учись, поступишь в институт, все у тебя будет хорошо. Это, к слову, когда я там пропускала много из-за того, что у нас были выезды, какие-то турниры, вот. И, ну, как бы любой маленький ребенок может под этим воздействием сломаться. Ну, банально сказать, да действительно, зачем мне это надо, достали уже надо мной смеяться, все, отстаньте. Вот, это если про детство, а так, да всем тяжело по-разному. А как занятие хоккеем помогло тебе в повседневной, в обычной жизни? Ну, закаляется и характер, и к каким-то моментам начинаешь вообще проще относиться. Не знаю, банально, я сдавала там ЕГЭ, у меня всех девочек трясло, хотя даже я видела, что они подготовлены лучше, чем я. Но как-то морально просто собралась и прям все сдала так классно, даже сама не ожидала. То есть, наверное, стрессоустойчивость выше, в плане именно психологическом становишься сильнее. У меня мама очень такой педагогичный человек, и с целью того, чтобы я хорошо училась в школе, то есть пока я жила с родителями, она мне говорила, не дай бог, у тебя будет хоть одна тройка, на хоккей не пойдешь. То есть она меня мотивировала тем, что если будут плохие оценки, то на тренировки я ходить не буду. И, в общем-то, школу я закончила, у меня всего 4 четвёрки. Также, к примеру, какие-то проблемы там со сдачей сейчас вот в универе экзаменов, что собираю весь свой характер, учу до последнего, но нужно сдать. То есть характер, конечно, закаляется в хоккее, и если у тебя что-то не получается, ты просто больше тренируешься. То же самое в учебе, ты больше учишь, запоминаешь и требуешь от себя результат, который нужен. Какая твоя мечта в спорте и вообще цель в жизни? Мечта в спорте — это, наверное, с каждым днем улучшаться. То есть улучшать свои навыки, тактические действия, то есть расти ежедневно, чтобы у меня не было провалов, чтобы я росла постепенно, постепенно и стала уже, ну, таким профессионалом, про которого говорят, что вот, да, мастер. Вот, а в цели, цель в жизни, наверное, я даже не знаю, цель в жизни. Ну, пока что это хоккейная карьера, наверное. Прям вот чтобы цель в жизни, у меня много и целей, и мечт. А если говорить про спорт, то, конечно, я мечтаю выиграть медали на Олимпиаде, на чемпионате мира, расти, развиваться. А если не касаться спорта, это же есть. Если касаться учебы, то я в следующем году планирую все сдать, желательно на 5-ки. С
спасибо за внимание. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующий выпуск, который будет посвящен тяжелой атлетике. До новых встреч!